Басня номер 12 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Басня Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Лгун». Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! Волк!» Мужики прибежали и видят: «Неправда!» Как сделал он так и два, и три раза, случилось, и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда! Сюда скорее, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, и не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал все стадо. Конец басни «Лгун». Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, United States, September 4, 2008.